В 9-й серии сериала «Шаги от рая» Марк и Марина, украв у Кости деньги, бегут из города, а Глая с родителями принимает участие в ток-шоу «Внимание! Деньги и мечты о будущем» кружит Аглае голову. Ксения обвиняет Потапова-старшего в измене, а тот в ответ устраивает на глазах у жены скандал с Ириной и заставляет ее признаться, что она солгала. Оля, собрав большое совещание «Золото», компрометирует Полину и с помощью голосования отнимает у нее проект реалити-фильма. Теперь она главная в работе с Потаповыми, а Полина становится ее подчиненной. Посмотреть очередную серию вы сможете 23 марта.